С 2015 года Амрабанк работает над созданием электронной базы данных, с помощью которой граждане Абхазии могут оплачивать коммунальные услуги, включая свет, воду и вывоз мусора, а также все виды налогов и штрафов. Единственное, что нельзя оплатить через Амрабанк, это квартплата и услуги лифтовых хозяйств. Все, что нужно, это единожды пройти несложную процедуру регистрации. Вы просто приходите к нам в отделение, предъявляете паспорт, естественно, в паспорте указана прописка, адрес называете, за который вы хотите оплатить. Мы вас регистрируем в своей базе, впредь вы можете просто подходить с паспортом, у нас есть база, в которой уже ваши предыдущие платежи все видны, и мы принимаем каждый год все то же самое. Комиссия за прием платежей фиксированная, а не процентная, и составляет всего 30 рублей. При этом оплачиваете вы один счет или несколько, неважно, комиссия все равно будет 30 рублей. Пока что прием платежей осуществляется в отделениях или через терминалы Амрабанка, но скоро весь этот функционал будет доступен в телефонном приложении. У нас есть наше мобильное приложение, в котором доступны все услуги, все терминальные услуги, то есть это оплата и сотовой связи, и оплата на карты. Вот ЖКХ все мы сейчас переносим и в мобильное приложение. То есть вам для того, чтобы оплатить мусор, не обязательно выходить из дому. Вы можете это сделать через наше мобильное приложение. Компания A-Mobile также работает над внедрением новых услуг в сфере электронных платежей для своих клиентов. В своем приложении мобильный оператор предлагает возможность создания электронного кошелька. К нему можно привязать любую банковскую карту, включая Visa, MasterCard или карту APRA, а затем оплачивать покупки и услуги с помощью QR-кода, без посттерминалов и банковских карт. У нас уже около 50 торговых точек, которые подписали договора с Универсал Банком, открыли расчетные счета в Универсал Банке. То есть в магазине распечатанный QR-код. Человек с помощью приложения A-Mobile удаленно, бесконтактно переводит средства со своего кошелька с помощью QR-кода на расчетный счет. Предприятия открыты в банке. Как это работает? Продавец называет сумму заказа, клиент с помощью приложения A-Mobile сканирует QR-код, в котором зашифрованы банковские реквизиты торгового объекта, и перечисляет сумму заказа на данный счет. Уведомление о том, что средства поступили, приходит моментально на номер продавца, и клиент может забирать заказ. A-Mobile занимается развитием этого проекта всего год, но даже за это время компании удалось сформировать большую базу услуг, которые можно оплатить через приложение. И на данный момент нам удалось выстроить отношения с энергосбытом. Сегодня в нашем приложении можно очень удобно и очень быстро оплатить счет за электричество. Также мы смогли выстроить и включить спектр услуг, которые можно оплатить с помощью нашего приложения, услуги образования, это АГУ, СОИ, а также оплатить детские сады. Мы ведем переговоры с администрацией города Сухум, ведем переговоры. Мы знаем, что сейчас есть такой новый проект, который на уровне государства будет развиваться по созданию многофункционального центра МФЦ и сайта госуслуг. Мы эту работу приветствуем, мы готовы оказать любое содействие своими программистами, своими наработками, уже готовыми технологиями. Планы по созданию МФЦ действительно обсуждаются на государственном уровне, но это нельзя назвать первой попыткой создания единого окна. С 2012 по 2015 год в Сухуме работал единый расчетный центр, который хоть и не был государственной организацией и брал 10% комиссии за свои услуги, смог добиться определенных успехов в части повышения собираемости. Однако решением нового главы администрации Адгура Харазия в 2015 году функции расчетного центра были возвращены домоуправлением. Мы призваны создавать удобные, комфортные условия для горожан. Так объяснил свое решение Адгур Харазия в интервью «Спутник Абхазия». Начальник домоуправления номер 3 Астамур Матуа подтверждает, что мнения горожан тогда разделились, но большинство выступало за возвращение к прежнему режиму – оплату услуг через домоуправление. Вообще-то такой вопрос лучше задавать, наверное, гражданам, какой-нибудь соцопрос делать, потому что многие говорят, что так удобнее, а большинство людей, в принципе, привыкли оплачивать свои коммунальные платежи в домоуправлении, и это и за справками, в принципе, сюда приходит, это справка в школу, в СОБЕС, там, какие-либо организации, и заодно и оплачивают коммунальные платежи, это намного упрощает, и поэтому многие жильцы хотят, чтобы оплату производили именно в домоуправлениях. Кому-то проще, потому что, когда, насколько мне известно, единый расчетный центр был, там принимались не только коммунальные платежи, но и оплата за школу, и за детские сады. Это тоже своего рода намного упрощает
как бы для того, чтобы гражданин по всем инстанциям не бегал, что именно единое окно. Я вам сейчас не могу за всех граждан ответить, но как, ну, насколько мне известно, что большинство граждан за то, чтобы эта оплата производилась в домоуправлениях. С тех пор, как единый расчетный центр закрылся, попыток организовать что-то подобное больше не предпринималось. Где находится база данных из 80 тысяч абонентов, созданная тогда большим трудом и занимала и деньги, неизвестно. В столичную администрацию ее не передавали, а отвечать на вопросы журналистов инвесторы единого расчетного центра не захотели. Однако председатель Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш рассказал о том, что планы по созданию многофункционального центра и сайта госуслуг существуют и могут быть реализованы в ближайшей перспективе. В настоящее время готовятся проекты нормативных актов по созданию в нашей стране сети многофункциональных центров, где будет оказываться полный спектр государственных услуг. Это может быть паспортизация, это оказание юридических услуг, это оплата коммунальных услуг, это почтовые услуги, это может быть денежные переводы. Но все, что вот как на примере работы многофункциональных центров в Российской Федерации, практически все то же самое у нас планируется в нашей стране запустить вот в ближайшей перспективе. Мы проводим консультации с нашими коллегами, определяем для себя объемы задач, которые нам надо будет выполнить. И я думаю, что в ближайшее время мы будем приступать к реализации этого проекта. Среди тех, кто пока не поддерживает переход на электронные средства оплаты, распространены аргументы о том, что это ничего не изменит. Если человек не платил в кассу, через приложение тоже не заплатит. Внедрять цифровые технологии неоправданно дорого и так далее. Возможно, эти аргументы и справедливы в какой-то степени, но в глобальном смысле переход на электронные деньги и цифровые способы оплаты, хоть и встречает пока в Абхазии сопротивление, все же процесс неизбежный и скорее положительный, чем наоборот. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.